Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин активно ведет свой микроблог. Телеведущий не только анонсирует новые проекты со своим участием, но и делится с подписчиками собственными размышлениями на разные темы. Кроме того, большая часть публикаций посвящена его детям Лизе и Гарри. Сегодня Максим предался воспоминаниям и поделился с поклонниками редкими архивными кадрами, на которых двойняшки Лиза и Гарри запечатлены еще в годовалом возрасте. Лиза! Гарик! Ты кто такая? Кто такая? Гаренечка, ты устал уже, да? Да. Жить без приключений нам никак. А как ты пальцем показывал? Жить без приключений нам никак. Нельзя. Жить без приключений нам никак. Да, мы вот ждем тебя. Не, мы ждем. Недавно Галкин рассказал, как они с Аллой Пугачевой выбирали суррогатную мать. Так, по словам шоумена, они следовали правилам этики, по которым соблюдаются условия анонимности. Тем не менее, будущие родители знали личность и биографию женщины, которая выносила им детей. Кроме того, шоумен отметил, что сразу же проникся к малышам отцовскими чувствами. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.